полку Башкортостана на свое боевое дежурство заступают две лошади. Они уже здесь, в зоне СВО, еще четыре в пути. А бойцы рады таким соратникам, потому что исконно башкирская лошадь всегда была на вооружении у башкир. И вот то, что сегодня связь поколений, то, что вот лошади наши тоже служат, это о многом говорит. Этих лошадок мы ждали очень долго. Для бойцов они вот в данный период времени очень нужны, очень важны. Прежде всего для подвоза продовольствия, подвоза боеприпасов на передний край. Потому что сейчас, кроме гусеничной техники, туда ни на чем не проедешь, а гусеничная техника очень сильно шумит. И поэтому для скрытого подвоза эти лошадки нам очень необходимы. У меня позывной разбойник. Я родился в Кигинском районе, в деревне Кульметьево, Башкортостане. С детства любил лошадей. С детства уже с 8 лет я катался на лошадей. Сам обучал лошадей. Держал своих двух лошадей. У меня двое лошади были самого. Ну, с детства вот к лошади привязанный был. Насчет кормежки, они сами себя кормят. Здесь зимы не такие же суровые. Просто овес, воду напоить вовремя и все. Я хочу сказать, выразить большую благодарность это нашему главе республики, уважаемому Радию Фаридовичу. Я помню, что он обещал нам, но он свое обещание всегда сдерживает. Поэтому и лишний раз мы убедились, наш полк убедился, что республика стоит за нами, всегда помогает нам, и мы на нее всегда рассчитываем. Лошади, они очень чувствительные. Они все чувствуют, мины, снаряды. Полк в данный момент выполняет очень важные задачи на лучшем счету в нашем объединении. И среди всех воинских частей нашего округа. Естественно, это благодаря поддержке наших земляков.